Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Кодекс об административных правонарушениях планируется включить еще один штраф для водителей за неоплаченный проезд по платной трассе. Размер взыскания для водителей легковых авто – 2,5 тысячи рублей, грузовых – 5,5 тысяч. Сама система взимания платы будет совершенствоваться. Первой дорогой, где нет спецпунктов со шлагбаумами, должна стать центральная кольцевая автодорога в российской столице. Начислением платы там займется система интеллектуального слежения. Трасса 101. На парковках могут появиться места для беременных женщин и многодетных семей. С такой инициативой выступил один из депутатов Госдумы. Парламентарий говорит, что у упомянутых категорий водителей зачастую много времени уходит на то, чтобы найти на стоянке свободное место. И это доставляет им огромную физическую и психологическую нагрузку. Свои мысли народный избранник изложил в письме, отправленном руководству ГИБДД. Трасса 101. По информации издания «Колеса.ру», у каждого второго автомобиля, продающегося на вторичном рынке в России, скручен пробег. Доказать это самостоятельно практически невозможно. Надо прибегать к помощи специалистов. Последние выступают за то, чтобы строго наказывать скрутчиков, как это делается во многих странах. Да, к этому вопросу в нашей стране отношения пока индифферентные. В интернете можно без труда найти инструкцию, как уменьшить пробег у той или иной модели. Трасса 101. Горьковский автозавод представил электрическую «Газель», которую собираются запустить в серию. Машина весом почти 5 тонн и грузоподъемностью 2,5 тонны оснащена электродвигателем на 136 лошадиных сил. При полностью заряженном аккумуляторе можно проехать 120 километров. Максимальная скорость – 100 километров в час. При желании в авто уместится дополнительный комплект батарей, что увеличит запас хода почти в 2 раза. Трасса 101. Какие автомобили покупают россияне в качестве первой машины? В основном подержанные, говорится в исследовании компании «Авито». Новым является только каждое пятое авто. Более половины опрошенных заявили, что первым автомобилем у них была наша марка. Наиболее распространенная цена – до 300 тысяч рублей. Что касается возраста, в котором покупается первая машина, то на первом месте вариант от 21 года до 35 лет. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте «Эхо Кирова». До свидания. Трасса 101.